Сегодня для расширения палеогеномных исследований в нашей стране есть все возможности. Прежде всего, это уникальный корпус антропологического материала, который у нас накоплен. Например, памятник Фанагория, тоже на территории Краснодарского края, с его многовековой историей. Обширные коллекции с территории Сибири, Дальнего Востока. И они все еще ждут своего исследователя. Но, к сожалению, без государственной поддержки широкомасштабные исследования в этой области крайне затруднительны в связи с тем, что анализ одного древнего генома занимает гораздо больше времени и примерно на порядок дороже, чем исследование одного современного генома, которыми вот занимаются коллеги. К сожалению, то вот этот наш проект, о котором я говорил, он в этом году завершается, его поддержка. И мы хотели бы обратиться с просьбой рассмотреть возможность поддержать, может быть, даже на постоянной основе, дальнейшую реализацию работ в области палеогеномики в нашей стране, поскольку мы убеждены, что это именно та сфера, которая позволит ответить на ряд вызовов, как внешних, так и внутренних, с которыми наша страна сегодня сталкивается. Андрей Дмитриевич, полностью с вами согласен, потому что действительно столько всякой чуши слушаешь, столько наносного, не имеющего под собой никаких оснований, несут какой-то, ну, в общем, несут чушь. Вот. Конечно, серьезные исследования, они в высшей степени востребованы, чтобы, ну и для народа России это очень важно, осознание того, кто мы, откуда мы пришли. Да. Значит, вот эти тенденции развития, вот вы сейчас сказали об этом, что было 3000 лет назад. На самом деле, вот, я знаю сегодняшнее состояние, да, сохраняется вот это, и различие сохраняется. А культурный традиционный такой фон общий является. Это очень интересно. В этом смысле мы действительно можем говорить о том, что Россия – это уникальная цивилизация. Вот это имеет под собой научное основание, подтверждаемые результатами вашей работы. Это очень важно. Теперь перейдем к простым прагматичным вещам. Сколько нужно? Нет, серьезно. Вот у вас выделяли же вам средства, да? А сейчас что? Все, не закончились и дальше? Ну вот в этом году проект завершается, и как бы он для дальнейшего продления, ну тут вопрос уже, наверное, к коллегам, но размер проекта был 100 миллионов в год. Ну, 100 миллионов, это можно найти. Андрей Александрович, денег, видимо, не видим. У меня нет 100 миллионов, я сразу могу сказать. Ну, пометь, пожалуйста, Андрей Александрович. Есть, я понял. Да. Ну, это очень интересно и очень важно. Это изучение нас самих. Да. Очень важно. Да, я даже жалею, что я засиделся в кабинете. Я бы с удовольствием вас еще послушал, мне интересно. Русская равнина – это большое пространство от Балтики до Уральских гор, да, и от Северной Марии до Черного моря. Да. Очень обширный текст. Да. И все это наша история. Да. Очень интересно.